Шен идет 2-0 в итоге по картам. Пока что. Все еще может измениться. Может, это будет какой-то камбэк. Не, сейчас best of 5 еще будут, конечно. Мы играем до 3 побед. Еще одна карта. Или, возможно, еще 3 карты. Зависит только от противников. Так. Народ зовешь, это хорошее дело, мне нравится. Народ — это всегда круто, чем больше народу, тем лучше. Тактика, чем меньше народу, тем больше кислороду, на стримах не работает. Запомните. Плюс 3 человека, вообще отлично. Человек, вообще отлично. Но теперь это более-менее похоже на финал. То 3 человека, парни, это не дела. Мы в финал играем, best of 5. Так, ну что же, ожидаем, ожидаем, пока начнется игра. Третья карта за этот финал, но надеюсь, что не последняя. Слушай, когда начнется сама игра? Рэйчел пытается как-то... Не знаю, что она хочет добиться. Что? Не думайте, что я затащу, а потом такой... Опа! И затащил. Потому что он возьмет 3 карты подряд. Уфу-фу-фу. Вот это что-то было нервное, когда он по кругу повел. Уже нервное. Парень устал. Оп-оп-оп-оп-оп. Но тем не менее, счет 2-2. Эх. 5-2 пока что Шен ведет. Прям не дает шанса оппоненту. Хочет закончить 3-0, как я понимаю.
Но тут да, два человека в финале играют. Мне не просто так сюда попали. Байтит, байтит просто Рэйчел. Просто байтит. Пытается развести оппонента. Не понимаю, что именно он хотел выполнить. Возможно, надеялся, что Шен не будет ждать такой наглости. Нормально. Ой. Тройное преимущество, парни. Непорядок, непорядок. Рэйчелу надо что-то делать, собраться. Надо собраться. У меня аккумулятор на своем пульте. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Четверное. Четверное. Тетра преимущество. Непорядок, надо что-то делать. Опа. Да ладно, неужели будет преимущество в 5 раз? 3-15, так закончится финал, который начался с допов. Единственных пока что в этом. Преимущество в 5 раз. Ну все, Рэйчел, давай. Ты выдержал сколько мог. Теперь камбэк. Просто 12 раундов подряд. Давай, давай. Ну ничего. В любом случае, у нас есть победитель. Шен. Поздравляю тебя! Ты победил! Ты лучший! Лучший среди тех, кто здесь был! Ты победитель! Можешь этим гордиться! Молодец! Ну, Рэйчел, ты дошел до финала? Это тоже неплохо! В следующий раз тебе должно повезти больше. Просто нужно чуть больше тренироваться. И чуточку морального спокойствия. Чуточку. Чуточку. Ну, ничего. Шен, еще раз поздравляю, молодец. Ты победитель.